касается ли вот такие матчи форс-мажора, что вот так в концовке вроде бы были планы на выиграть, а получилось что? Серег, каждая игра план выиграли, удаление здесь 5-минутное получили, не выдержали вчетвером, не выстояли, вернее, и проиграли матч. Ну, где не получилось больше всего? В дисциплине, в тактике? Я бы не сказал, что там настроение. Ну, удаление просто вот этого получилось большое слишком. И так удаление много нахватали. Проиграли матч. А за 54 минуты чистого времени команде какую оценку поставил бы? Ну, надо разбирать игру, смотреть, выявлять свои ошибки и исправлять. Ну, несмотря ни на что могли выиграть, несмотря на удаление, нужно было выстоять эти 5 минут. Последние, я думаю, если бы мы выстояли, выиграли бы этот матч, сделали бы какой-нибудь, наверное, следующий шаг. Вот. Ну, хорошая игра была, наверное, одна из самых напряженных в сезоне все-таки. Принципиальный соперник, и атмосфера сегодня располагала к тому, что будет хороший матч. Вот. Нужно сделать правильные выводы, поработать над некоторыми компонентами и идти вперед, идти дальше. Ну, какие самые значимые моменты вот в игре ты мог бы отметить сейчас? Ну, игра в меньшинстве, наверное, нас сегодня подвела. В принципе, там ничего сверхъестественного соперник не показал. Где-то были наши ошибки, где-то там немножко удача к ним больше повернулась лицом. Вот. Наверное, вот этот момент был ключевым. Не удаление Иржи Секача? Ну, тут сваливать на одного человека вину, конечно, не стоит, я думаю. Удалений было и до этого много. Вот, в принципе, все мы виноваты сегодня. Удачи!